Так, начинаем сегодня супер-мега-необычную распаковочку с моим другом Игорьком. Только что получили с почты в довольно убитом виде посылочку. Сейчас, ну-ка, распакую, Игорек. Это должен быть сингл. Ох, как он распакует красиво. Посмотрим, в каком он виде. Уничтожен или не очень? Это у нас... Нет, цивильненьком. От Amazon D. Цивильным, целеньком, то есть показываем. Все замечательно. Сейчас, чтобы чуть-чуть не это. Все замечательно. Вот он, сингл. Смотрим. Army of Hardcore. Давай, Игорек, распаковывай. Да, сейчас. Наше почтовое отделение. Где мне сразу сказали, чтобы я написал, что претензий не имею, потому что посылка была, скажем так, в примятом виде. Поэтому я уж подумал, что сейчас будет жестяк. А ну нет. Диск, на удивление, цел, все хорошо. Снимаем. Ну, скажем, что двухтрековый. Ну-ка, перевернем. Угу. Так, подержи. Двухтрековый. Army of Hardcore Radio Edit Extended Club Mix. Собственно, диск, как обычно. И тут внутри ничего нет, можешь не открывать. Там всегда белая фигня. Вот. Ну да, в полностью хорошем состоянии. Сейчас, чтобы чуть не отсвечивал, как мы снимем его. Вот. Сам диск, как и альбом, насколько я знаю. Сейчас, что ж так отсвечивает? Такого вот красного цвета. Двухтрековый. Ну все, в общем, что тут еще показывает. Мы надеялись, что сегодня придут альбомы. Два. Мне и Игорьку. Но почему-то пока да. Они их прислали отдельно. Еще и к тому же отменили поставку второго сингла, который тоже Игорьку заказывал. Тоже непонятно. Ну, хоть один прислали, и то хорошо. В общем, спасибо, кто смотрел. Надеюсь, было что-то слышно на улице. Надеюсь, спасибо, да. Игорьку за распаковку. Спасибо Почте России, которая в этот раз не подвела. Все, до будущих встреч.